Леонард Эйбер – это великий математик, он жил в Швейцарии, в России половину жизни прожил. Один из самых-самых замечательных математиков, он и механикой занимался, и действительно один из крупнейших ученых. Причем не только, которые в России жили, а один из крупнейших ученых, который вообще работал в математике, и не только. Так вот, Леонард Эйбер, помимо всего прочего, придумал такую задачу. У него она называлась «Задача о греко-латинских квадратах». Потом, как только ее не формулировали, иногда ее формулировали «Задача о военных на параде». Давайте я ее сначала скажу как «Задачу о военных», а потом так, как он формулировал. То есть представьте себе, что есть четыре рода войск. Ну, какие любите? Скажем, летчики бывают? Да. Летчики. Пехота бывает? Да. Бывает. Моряки бывают? Да. Моряки бывают. И любимые танкисты. Отлично. Вот четыре вида, неважно какие. Рядовые бывают, лейтенанты бывают, майоры бывают. Правильно? И генералы. Нормально? Да. Так вот, не будем даже запоминать, какие важные. Четыре вида войск, четыре воинских звания. А требуется поставить 16 человек, а именно от каждого вида войск по одному званию, в виде квадрата 4 на 4, чтобы в каждой строчке все звания были бы по одному разу и все виды войск были бы по одному разу. И в каждом столбце все звания по одному разу и все виды войск по одному разу. Сейчас все объясню. Ребята, для того, чтобы нам с вами не путаться в этих войсках и званиях, давайте сделаем так. Пусть будет А, Б, С, Д и пусть будет 1, 2, 3, 4. Теперь, что требуется? Заполнить табличку размером 4 на 4, чтобы в каждой строчке была одна буква А, одна буква В, одна буква С, одна буква Д. В каждом столбце то же самое, была бы одна буква А, одна буква Б, одна буква С, одна буква Д. В каждой строчке единичка падает по одной, двойка, и тройка, и четверка. И при этом, чтобы каждая буква, что называется, встретилась бы с каждой цифрой ровно в одной клетке. Чтобы сделать понятнее эту ситуацию, давайте я попрошу вас вот о чем. Пусть у меня буква А будет здесь вот везде по диагонали. На самом деле это можно сделать, переставляя строчки и столбцы. И здесь будет А1, А2, А3, А4. Согласитесь, что это можно, так? Да. Можно. Дальше. Для того, чтобы, что называется, было понятнее, давайте напишем здесь B. И сразу скажу, B1 писать нельзя, B2 писать нельзя. А вот 3 или 4 можно. Значит, давайте, для определенности пусть здесь будет B3. Здесь пусть будет C. 3 нельзя, 1 нельзя, вот не знаю. А 4 здесь нельзя, даже здесь, отлично. И D. D2. А вот дальше будьте добры заполнить табличку. Иногда называют эту задачу «задача о греко-латинских квадратах». Тогда вместо цифр 1, 2, 3, 4 пишут греческие буквы альфа, бета, гамма, дельта. На самом деле все равно. Хоть военных пишите, хоть буквы, хоть цифры. Это не имеет серьезного значения. На самом деле важно не это. Важно, чтобы вы составили такую таблицу. B4. Так, дальше. Вы считаете, что здесь B1, а здесь B2. С буквами B все получилось. C4, C3, C2, C1. Кто за то, чтобы найти все решения? Большинство. Придется искать все решения.